такие грустные. Вы хоть улыбнитесь, ребята. Эй! Эй! Купаться, да, я пошел. А что, вот непроникаемые? Да. Вот непроникаемые. Миш, ты его держи, а то, чтобы его не сдуло. А то сейчас смотри, ему отдачи-то. Итак, Бэтмен защищает город. Но еще солнце не зашло, поэтому он в обычной одежде. В каске монстр и в штанах, в шортах. И оба глаза открыл, чтобы не промахнуться. А вот сейчас закрыт, сейчас попадет. Никуда не попал, короче. Ночной гонщик Бэтмен. Сейчас будет прыгать с лесенки. Как бы... Ну и чё? Это все, короче, да? В общем, такая тема. Мы тут нашли заброшенную машину раздолбанную. Сейчас мы ее будем, ну, дальше разбивать. Типа вот такая тачка. Просто заброшенная, короче, закиданная мусором, открытая, полностью, вообще разбитая вся. Блять, даже номера сняты, короче. И тут такая едет банда велосипедистов. Сейчас они ее начнут, я так понимаю, курочить. Это прямой, просто онлайн-репортаж об уничтожении советской техники под названием «Волга». Вот они подъехали. Набросить голодные. То есть меня здесь нет, я как бы это, типа виртуальная камера. Просто посмотри, голодные, блять. Начинают хуячить. Стекол нету, но они налезли, голодные. Я не знаю. Ребята, зачем? Что это такое? Готовимся, кричит Миша. Миша, ты попал. Ты попал уже на эту съемку. Все. Уже колеса сгорели, сняли. Зачем? Да. Продается, оно лопнуть может. Нет, она видишь, не лопается, по-моему. Короче. Вот такие вот вандалы, короче, бывают, да? Смотри, вот это кто? Это главный гопарь. Это Бэтмен, короче. Это ты Бэтмен. Кто? Ты кто? Я не знаю. Я не знаю. Чувак, которого зовут я не знаю, и Бэтмен, и чувак в зеленой футболке курочат машину. Волгу. Это жесть. Но это не Волга. Это Волга. Советский чермет. Вау! Так бывает иногда. Ну а давай теперь за нее запрыгнуть, ты сможешь? С разбега запрыгнуть. Как будто прыгаешь. Как будто прыгаешь. Перекинет, нет? Ты сможешь запрыгнуть на нее первый прыжок и второй прыжок сделать одновременно? Не спрыгнуть, а запрыгнуть. Ну давай. Так, сейчас будет травма. Первая городская больница. Вау! Так. В исходное положение. Раком. Молодца! Теперь в обратку. С разгона. Блять, а в обратку? В обратку, конечно, проще. Давай.
Берешь портфель, мы снимаем онлайн. Ну так сейчас в кадр будет нормально все. Тихо, тихо, тихо. Главное, без жертв. Так, Бэтмен. Человек летучая мышь. На велосипеде. С подсветкой, с моей фарой, между прочим. Вау, 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 вау. Хуяк! Есть! А наверх, на крышу. Сразу 2 метра в холке. Как бы да, а дальше? Волга! Мешает дождевик, друзья. Нетриал, BMX, все.